Собачатник. Ну, такой себе куплю. За 15 отдают. Буду с него чачу пить сегодня. Да, краевиды тут такие гарні, гарні. Ніхера не видно, где они там заканчивают стоять. Нет, нет. Так, чуть не тормози, тормози. Не разгоняйся, Лен. Вообще. Ну есть вот мне, да. Сейчас мы будем. Тёня, отстань! Сейчас вон. Ну ты посмотри на него. Сыкаешь, сыкай молча. Прям стекает водица. Не страшно. Гора Казбек перед отъездом чуть-чуть приоткрылась. Бонень. Там вот слияние двух рек. Приехали самые первые с утра посмотреть эти виды. Сейчас там раскроется. Собачатница. Вот такая красота, такие виды, а ты с собакой. Есть собаки, есть. Невозможно на них купаться. Питьевая вода.
воды. Обалдеть. Обалдеть. Жанское водохранилище. Можно спуститься покупаться, не хотите? Смотри, там машины прям туда подъезжают, видишь? Прям к воде. Да, кстати. Да, такой высоковастенький. Да, так едешь и не видишь, а сейчас как-то так. Высоковастенько. Ну, получается, да, наверное. О, тут вход. Ух ты, как тут. Интересно. И как расписано. Там зашли. Такая тихая вода, спокойная. Угу. Не шелохнется. Да, люди купаются там. Да, там топчанечки люди. Пошли на фоне все. Крепость шикарная. Тоже. А внутрь заходили? В церковь или? Да. Не-а. А что там? Тоже красиво. Да. Бусинка. Такая величественная история. Сейчас Денчик. Да. Идет ремонт. Закрыто. Реконструкция старая очень. Для вина и для чачи. А вот эти из барана сколько стоят большие? 40. Ого, но они красивые. Вот такой себе куплю. За 15 отдают. Буду с него чачу пить сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вот тут. Такой себе вид. Тут не очень вид, да? Ну, так чуть-чуть есть кусочек. Россия. Продолжаем движение.
движение по военно-грузинской дороге. Так это она есть? Да. Я даже не поняла. Я думала, дом какой-то будет. Ну еще, чем дальше, тем лучше. Веселее будет, да? Где даже движение, по какой дороге? Военно-грузинская. А, это военно-грузинская? Да. Санауре посмотреть на слияние двух рек, черная и белая. Сейчас будем искать, где это находится. Здравствуйте, а где можно увидеть слияние рек? Это тут? А, да, супер, спасибо. А нет, спасибо, мы уже купили. Знаю, мы тут уже покупали. И олени, красивые елочки. Это да, уходим с дороги. Да, краеведы тут такие гарни, гарни. Ага. Близко не подходить. Слияние двух рек. Черное и белое. Обалдеть. И они так дальше тоже, видишь, идут. Ты видишь, Вовчик? Что? Что две реки, белая и темная. А, да. Очки сними, так лучше будет. Вот я только заметил. Доченька, иди посмотри. Та темная, да. Смотри, белая река и темная река. И вот они вместе сливаются, видишь? Посмотри, как красиво.
меня киргуду. Добрались до Гудуари, посмотрите, какие тут высокие горы. Горнолыжный курорт, типа нашей Буковели. Не встал правильно, товарищ. Сигнально. Да, прям в телефоне сидит в телефоне. Долбодятин. Да, долбодятин. Нельзя вот здесь уже встать где-то. Высоко-высоко в горах. Ай, на тебя все смотрит, какая детка едет татарской внешности. Да, еще и не наш. Держимся, 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 братья. Так, чуть не тормози, тормози. Не разгоняйся, Лен. Вообще. Ну едь ты вот медленно. Сейчас мы будем. Тёня, отстань. Сейчас вон. Ну ты посмотри на него. Сыкаешь, сыкай молча. Я сыкаю. Ну сыкай молча. Остановись, остановись, не надо мне, я вижу. Ты видишь, как высоко? Я все вижу. Офигеть. Голову. Доча, посмотри, как мы на какой высоте мы. Мать моя женщина. Ты видишь? Да. А здесь фотки, наверное. Ну они все... на озеро, да. Это на обратном. Ну, мы тут, если что, и то не точно. Блин. Я еще не решил, да. Мы вот там остановимся. Видите строение вон там? Да, ты чем да, да, видим, видим. Дай попить. Нет, пока. Нет, нельзя. Какая, блин. Какая. Хочется потрогать. Вот тут видишь, идет туннель. Поговорили. Такой старый туннель. Очень. Старый. Опасный. Конечно. Людей здесь, машин. Приехали. Приехали, остановились возле арки Дружбы народов. Популярное туристическое место. Много машин, много людей, да. Шикарные виды тут. Сейчас быстренько, тут минут 20-30. Пофоткаемся. И поедем дальше. Там искусственное озеро. Кукурузку жарят. Чипсы картофельные. А, вкусно. Спасибо. Чужую невесту. О, давай. Посмотри, куда нам еще ехать. Аж вон туда. Да? Да. Я уже встала.
Вот и арка дружбы народа. Ну красиво тут. Думала, она подубить ее. Чуть-чуть отреставрировали. Глубока. Красиво сделано. Да, протоптали туда. Это ж небезопасно. Хотя бы забор уже сделали там, блин, тоже. Вон, видишь, дочь речки течет, течет вон. Вон там вот. Вон водопад там, видишь? Мы сейчас на дроне полетаем. Тут красиво. Вот и Крестовый перевал. 2385 метров. 1697 год. Красавчик. Приближаемся к источнику минеральной воды Нарзан. А красавчик даже не отрезает. Свою женщину потерял. Машина есть, женщину потерял. Вот тут вот течет Нарзан. Настоящий. Правильно. Хоть пойду потрогаю, как там. Капец. Вот течет. А. Прикольно. Минеральная вода вот так вот. Ты чё-то обалдеть. Красивенько, красиво. Вкусненько. На вкус. Прям стекает. Водица. Thank you.
Вот мы и приехали посмотреть на гору Казбек. Вот она прямо перед нами. Верхушки, правда, не видно, но достаточно хорошо видно. Там наверху снега. Ветра нет, не холодно. Смотри, какие рисуночки. Ой, смотри, как это. Гергетская церковь. Это Гергетская. Что там? Монашки. Все такое меня один. Да. И вон ястреб какой-то, смотри, парит. Не страшно. Помог бы. Ух ты. И сколько ей лет вообще этой церкви? Там уже написано за где-то год. Да, все такое там внизу мелкое-мелкое. Арина, аккуратнее. Ты так разогналась просто. Я сам боюсь. Устала. Че, сейчас будешь спать, мы вообще нигде не будем останавливаться. 3 часа целых. Потом пойдем в кафе, да? Вон Казбек, смотри, как высоко она. 5000 метров. Выше, кажется, чем 5. Да, идем. Мы спускаем. Аккуратно, видишь, теперь скользко стало. Идем на пляже. Тут спуски такая. Можешь не спустить. Видно на машине. Красота! Пипец, блин. Что за люди бесстрашные? Чего я такой страшилкой у тебя стал? Да. Ты же раньше не боялся. Не боялся же, помнишь, в Карпатах мы там лазим? Да. Это только здесь. Ну здесь реально высокие, посмотри, какие там. Вот это вот все вода. Это когда тают ледники, наверное. Гора Казбек перед отъездом чуть-чуть приоткрылась. Она величественная. Какие там облака. Но надо уже ехать. Ждать не будем, но очень круто.